Всем привет, с вами Даня. Сегодня я вам покажу мои лепки из Чучи Чарлиз. Ну, ее даже я сделал из Лего, потому что я не знаю, как его из пластилина лепить. Давайте покажу. Первый — это хлам. Вот такой просто маленький. Первый вот хлам. Вот это вот хлам сейчас положу. Это хлам. Хлам можно было использовать для прокачки поезда. Но сейчас положу их жена. Потому что я буду до вот это вот, до самого огромного. Давайте сейчас поставлю. Это неправильно, да? Вот, вот так все стоит. И вы видите, вот он. Вы же видели он так? Вы видели. Вот он. Это их джин. Для того, что у меня не получилось сделать чего правильно, я использовал Лего из корабля Лего. У меня была еще одна. Сам вот так. Ряд. А следующий — поезд. Только для него, конечно, размерчик. Потом делаю выше его. На всех парах поезд. Вот так. Да, внутрь у него есть, только там пусто. Теперь вот так. И самый большой — Чарлиз. Он так упадет. Это Чарлиз. Вот. Посмотрите на него. Все деталики. Все. Вот. Можете посмотреть на картинку. Я все сделал. На живот. Смотрите. Лестница, дверь. Вот. И, конечно же, он не вот так не лежит. Вот. Он не лежит. Он стоит. У него по 8 ноги. Потому что у паука 8 ноги. Ну, я показал, вот вам. Все. Только я сейчас покажу. Да, видите, просто пустота черная. Также вот перед. Прокачать его полностью и посмотреть, я все правильно сделал. Только пушка первая. Не, нормальная. Давай, садись. Вот. Так вот, типа, едем от него. Едем. О, вам не видно! Вот. Так надо. Вот, едет. Вали, на еле едет. Ой. Чего? Бомбёж полный. Ладно, всем пока.